вода просто ледяная. Я не знаю, что мне сейчас делать. Да везем как-нибудь, мы же выльем их. Короче, ребята, мы строим плот. В общем, ребята, мы собрались с друзьями, чтобы сделать большой плот и поплавать немного в море. Мы купили сейчас 14 бутылок 5-литровок и потом сделаем второй заход, чтобы у нас было как минимум 30 бутылок. Мы уже взяли, короче, основание, вот это вот пластмасса. Ну как, блин, я не знаю, как она, короче, называется. Она легкая. Мы сейчас воду сольем, чтобы нам было легче донести. Короче, делаем плот из бутылок. Да, yes. Это типа вставки в начале видео. Да. Давай теперь ты. А что сказать? То же самое. Только я типа половину обрежу себя и половину тебя. Давай. Сказать, просто сделаем плот из бутылок. Короче, делаем плот из бутылок. Давай. Короче, делаем плот из бутылок. В общем, мы сделали небольшую примерочку. Это как-то будет выглядеть вот так вот. И мы решили, что не будем еще докупать половину бутылок, потому что, скорее всего, нам этого хватит, чтобы он отправился первым в долгое плавание. Нормально тебе по песку тащить? В общем, ребята, тут такое жесткое препятствие, песок, через который очень тяжело нести тележку. Ну, в принципе, тележка по песку вообще не едет, но Егор ее как-то толкает, там что-то пытается. Но сейчас мы скоро уже будем как бы на море, мы идем в сторону маяка. И Егор хотел там типа отплыть как-то от маяка в Балтийское море. Наконец-то мы дошли до асфальта, где можно нормально тащить тележку. Ну, тащили не мы, как бы, а сам Егор. Вон он там тащится с самой тележкой. Мы там придумали пару махинаций, поставили палки и вот ту черную штуку. И чтобы не нести это все всем, несет один. Поднять не хочешь? Это так просто. Ты поднимаешь ее и просто обратно ставишь. О, да он подними. Не поднимаешь, он поднимает, ставит обратно и потом держит. Егор, ты тупень. Красота и Егор со своей развалюхой. Мы вышли сейчас только что к морю, тут жесткие волны, жесткий ветер. Я не знаю, как Егор будет плыть типа первым. Мы сейчас построим плот здесь, и он будет первым типа тестировать. Я не знаю, как он здесь вообще это поплывет. О, нормальное местечко нашли его. Первый раз тут деревья, тут нет ветра. Нормально. И нашли себе вон мастерскую тут. Немного зашли вот до эту каменную штуку, тут уже ветра нету. О, наконец-то мы построим этот плот. Итак, для плота нам понадобится вот таких вот три скотча. Сама основа. И вот столько вот бутылок, ровно 16 бутылок. В общем, я сейчас останавливаю камеру, и мы начинаем приступать строить наш плот. Ребята, я понял, что это дело затянется надолго, поэтому я включусь. Покажу вам только тогда, когда мы уже все сделаем. Tomorrow. Вон, Вован там уже доклеивает остатки. Давай, последний кусочек скотча. Все, он официально закончен. Короче, я только что закончил доклеивать наш плот. Он получился очень пиздатеньким.
Но первым, конечно же, стартует Егор. Удачи себе, Егор. Не, лучше не надо, вы на воде уже. Ну вот. Нормально, Егор. Примеряешься, да? Все, потащили. Сядь на него просто. Ну вот, идеально. Только да, не проткни, да, проткни его, Егор, молодец. Просто делаем что-то ненормальное. А, кстати, ребят, забыл вам сказать, что это как бы опасно плавать на плоту в море, потому что может унести прям очень далеко, и придется спасателям вас спасать. Поэтому прошу не повторять этого, это очень опасно. Сейчас мы идем в сторону маяка, вон туда. Они тащат плот, Егор будет где-то стартовать от начала маяка, а мы пойдем вдоль маяка. То есть он будет плыть, а мы будем идти рядом с ним. И надеюсь, он как бы далеко не уплывет и не упадет в воду. Потому что это будет очень печально и провально для нас. Короче, Егор сейчас будет стартовать вот отсюда. Вот мы спустим его на воду, и Егор уже уплывет. Кидай, кидай, кидай эту доску, доску. Доску кидай. Пацан, с успех ушел. Ребята, я уже на плоту. О боже, вода просто ледяная. Я не знаю, что мне сейчас делать. Друзья, у меня нет ничего, чтобы гребсти. Меня тупо относят к камням. Ребята, здесь очень холодно. Лови! Ребята, меня уносят! Не надо! О боже! О боже! Не может такого быть! Ребята, меня сейчас реально уносят. Я вам серьезно несу. Ребята, это просто трэш, охереть. Блин, ребята, вода, скорее всего, очень холодная. Егор, короче, он потерял все доски, которые ему кинули. И его плот, короче, немного так затапливает. Блин, меня сейчас тупо ударит об камни. Еще чуть-чуть, и я просто разобьюсь. Он хотя бы не тонет. Ай! Ему надо перевернуть плот. Егор, переверни! Охренеть! Чел, я иду к тебе на помощь! Лови! Спасательная операция спасения Егора! За камень, блядь! Давай, давай! Егор, стой! Я уже сходу!
Нет, 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 держи, держи, держи. Держите камеру. Что такое? Держите, держите. Так. Пусть она лучше выйдет. Давай. Блядь! Егор, твои ощущения? Егор, Егор. Как ты себя чувствуешь? Егор, твои ощущения? У меня тупо все окоченело. Я тебе серьезно. Мочек, ты если царапал. У меня тупо вся кожа. Она, короче, это... О, пипец. Ну что, Егор сейчас собирается, мы идем в тихое место, где нет ветра, чтобы Егор сам обсох. Было все так, что... Из-за огромной волны, которая нашла, меня тупо перевернуло. И я, короче, меня перевернуло один раз. Я сразу же, как почувствовал воду, я сразу полез на, ну, снова. И потом начал плыть дальше. Но потом меня перебросило с того... Мне кажется, он заикаться начал. Я серьезно говорю, он говорит, он уже 100 раз заикнулся. Потому что у меня здесь сейчас это, типа, еще холодно. Покажи-ка. Ты шрам, какие. В общем, когда меня перевернуло первый раз, я начал собираться сразу же на другую сторону. Вот на эту. Ну да, я видел, там на видео, понятно. И когда на эту сторону я забрался, плот начал тонуть. Угу. Он начал идти на дно. И когда плот начал идти на дно, я понял, что надо снова переворачиваться. Я решил сам перевернуться. Я уже на момент начал сам плыть и начал забираться снова, еще раз. И когда я забрался, потом меня снова перевернуло. И так был еще один раз, и я забрался обратно. И дальше уже начал, ну, мне подали палку. И маленькую я пытался ей что-то сделать, но она вообще не помогала, приходилось все руками делать. А здесь у тебя капец трясет всего. У тебя везде тупо царапина. Посмотри, у тебя на руках царапина. У тебя тут все царапина. Чел, реально здесь тебя все трясет. У тебя все ноги, все искалечено. В общем, ребята, мы сейчас сидим здесь, рядом с морем. Саня разжигает костер. Егор уже оделся, ему уже стало нормально. Мы этот плот оставим до какого-то другого момента. Если это видео зайдет, то мы сделаем что-то масштабнее из этого плота, добавим и купим много еще других бутылок. В общем, что-то придумаем. Давайте, ребята, собираем 300... Нет, собираем сколько? 500? Или косарик? И тогда мы делаем косарь. Масштабнее. Косарь, знаешь, труда нужно. Да. Подожди, какой, в смысле, что косарь? Ну, да. Короче, ребята, мы собираем... Давайте, вы собираете косарь... В общем, ребята, вы собираете косарь лайков под этим видосом, и мы делаем намного масштабнее. Вот. То, что вот мы сделали сегодня. Если вам понравился этот видос, то ставьте лайки, комментируйте. Я в течение 2 часов лайкаю абсолютно все комментарии и читаю их, конечно же. Еще подписывайтесь на мой канал. Короче, кому понравился этот видос, да, жмите лайки еще раз. И это видео подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.